Итак, всем привет, с вами ДБГ, мы продолжаем играть с Виктория 3 за Россию, новым бета-патче. И в прошлой серии мы очень жесткую войну смогли победить. На самом деле было непросто. Пруссия, Франция, османы одновременно, хотя планировались только османы, ну и еще марионетки, которые на самом деле тоже почему-то в новой боевке достаточно неплохо сражаются. В любом случае, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем делать Россию великой вновь. И да, у нас, конечно, проблем много. Экономика еще пока дряхлая, ВВП не особо растет, с населением проблемы, но либералы, которых мы пытаемся продвинуть в государстве, должны как-то победить этих ужасных дворян. Поехали. И помните, мы могли сделать кампанию в новом патче, видимо, это добавили, либо, может, чуть раньше, а я этого не видел. Тем не менее, кампании дают, смотрите, что для вот этих вот зданий, которые здесь указаны, они дают вот этот вот общий баф, он складывается от престижа. Как будто бы, видимо, вот бейс и престиж. Может, откуда-то еще есть бафы по игре, потом посмотрим. И эти бонусы как раз-таки на скорость постройки и на выпуск. Добавляются именно к этим зданиям. И, в принципе, есть понятие новое процветание. Это именно с этой компании, которая зависит от их продуктивности. Посмотрим, как это будет работать. И, видимо, тоже постепенно накапливают вот эти вот бонусы. Видимо, чем больше проспериться, тем больше бонус. Наверное, он не только на сотке работает. Соответственно, можно посмотреть, какие бонусы работают. И видите, они работают на все вообще, не только на эти здания. То есть, допустим, здесь, конечно, бонус только к нашему выпуску мяса, допустим, на вот этих домиках. А здесь, допустим, радикалы от уменьшения уровня жизни. Что, кстати, достаточно сильно. Я пока склоняюсь к тому, чтобы взять это. Но вот здесь вот, допустим, инфраструктура от населения и максимум инфраструктуры от населения. То есть, бесплатная инфраструктура тоже очень круто, но бафать производство дерева, которого у нас и так очень много уже на самом деле, я бы не сильно хотел. А вот водка монополия звучит неплохо. И радикал от уменьшения уровня жизни это супер сильно. Так что давайте это и возьмем. И вот оно просперить, смотрите-ка. Оно пока абсолютно не меняется. Ладно, может... Я так понимаю, продуктивность это то, как эти компании зарабатывают. Нам надо, получается, эти компании подстроить и их вывести в какой-то плюс, наверное. Если что, можно в любой момент... Отменить эту компанию, как я понимаю. Да, и поставить заново другую. Окей. Кстати говоря, я тут посмотрел, мы уже можем сделать уменьшение автономии Молдавии, на которое они согласятся. Как и Валахия. Я не против сделать это и там, и там. В следующий раз я, получается, через какое-то время смогу сделать, а они теперь у нас должны стать... Так, давайте-ка. Да, обновим карту нашего цвета, они теперь наши марионетки прямые. Прекрасно. И опять у нас какие-то плохие ивенты прокают, только... Минус шанс успеха, и нас население, мол, не любит эту реформу. Ну почему? Почему? Я, кстати говоря, попробовал немножко побустить еще генералами здесь, но лидеров очень мало на самом деле. Только один фельдмаршал, но как есть. Зато у нас уже такая неплохая стройка. Вот 200 мы строимся, часть у нас частная тоже что-то строит. Приятно уже, приятно становится. А сейчас займемся вот этими урбан-центрами. И у нас сейчас из этого понадобится нам побольше стали, угля и стекла. В принципе, у нас кое-что есть. Потихоньку сейчас будем повышать производство и оставаться в нормальных цифрах. Кстати, у нас, смотрите, очень неплохой спрос на искусство, что забавно, ведь оно дорогое и на самом деле его делать достаточно выгодно. Плюс 10%. Ладно, видите, как я и говорил, шансы есть, реально. Кстати, наконец-таки вино отделили от пшеницы, как я понимаю, да. То есть можно делать отдельно зерно, отдельно вино. Это на самом деле очень хорошо. То же самое сделали, как вы можете видеть, и с верфями. Есть отдельно военная, есть отдельно обычная, слава богу. И теперь, когда вы строитесь, по-моему, это тоже не было раньше в ваниле, а у меня здесь стоит только два мода. Ну, то, чтобы здесь интерфейс был чуть более удобный, и вот здесь был более удобный, то есть такой плотненький. Только это я менял. Все остальное здесь ванила. Итак, смотрите, мы получаем... Минус влияния вот этих ребят, это хорошо. И плюс накмет тайм и шанс. Но у нас первая оплошность, или как это можно сказать? Заминка, наверное. Я не нашел подходящего слова в переводчике, но, наверное, заминка. Хороший вопрос, как красиво это сказать. И мы, кстати говоря, получили здесь тихо по распространению. И у нас что распространится в следующем? Железные дороги, прелесть. Мы быстрее их доисследуем. Это отлично. Мы также можем теперь повысить производительность на всех наших зерновых и кормить коровок побольше зерном.
Это все полезно. Вот, кстати говоря, про что я говорил. У нас очень много дерева, которого нам только как бы и не особо-то и нужно. То же самое у нас с рыбой, как видите. Но куда-то мы ее продаем. И да, у нас очень много натурального производства. Объективно говоря, нам столько и не нужно. И нам нужно больше конвоев. Однозначно займемся сейчас этим. Также давайте начнем интегрировать Восточную Пруссию в прекрасный Калининград, как говорится. И Сахалин тоже. Ой, смотрите-ка, у нас новые, я так понимаю, юниты появляются с Skirmish Infantry. Угу. Хороший вопрос, куда их теперь поставить? Сейчас будем изучать. И у нас новое есть тактики обучения. Они теперь повышают только тренинг рейт, то есть то, как быстро ваши ребята вообще получают обучение и восстанавливают как бы ваш запас мужиков в самой вот этой вот армии, в самих единицах армии. Если посмотреть, это как раз-таки вот здесь, видите. Да, это на самом деле хороший апгрейд. Это у нас плюс 5 атаки и плюс 10 защиты. Это очень хорошо. А у нас сразу все проапгрейдилось, как я вижу. Или что? Нет, у нас как раз-таки оно не проапгрейдилось. Можно нажать вот эту кнопочку. Я так понимаю, потихоньку оно начнет везде грейдиться. Наверное. Посмотрим, как это работает. И вот как. Потихоньку просто с каждым тиком у вас происходит вот это вот переобучение. Вопрос. Статы здесь, кстати говоря, сразу такие, как нужны. Окей. И смотрите, у нас еще один сетбэк появляется, но еще плюс 10%. Что уже дает 32%. Это хорошо. И... ага. За лидерство война в Европе Франция стала на сторону Пруссии. Ничего себе. И Австрия против вот этого вот блока идет. Что по армиям? Давайте посмотрим. Здесь 202, здесь 183, здесь 141. То есть шансы на самом деле такие. Ну, не слишком хорошие, но они есть. Но они есть. А... вау. Теперь, наконец, господи. Столько много хороших изменений добавляют. И я действительно рад. Потому что, ну, раньше ты... не мог ничего не попросить, ничего. А мы теперь можем зайти, но, мол, говорим. Давайте вы нам за это дадите от них что-то отобрать. Давайте возьмем Западную Пруссию, от Пруссии, за поддержку Австрии в этом конфликте. И вот мы уже снова в войне. Прекрасно. Снизили чуть-чуть построечку, чтобы у нас заново был плюс. Наш темп развития экономики немножко снизится, но с этим можно работать. И это, кстати говоря, становится сразу primary demand'ом, то есть Пруссия тебе не может выйти из этого конфликта, не отдав эти территории. То есть они обязательно должны согласиться. Другой вопрос, что мы не можем добавлять новые какие-то цели, то есть только одну, потому что мы, видимо, так вот зашли. Но ладно, хотя бы так. И Пруссия эмбарго нам закинула. Пруссия, кто бы что говорил, как говорится. Если бы они против нас тогда не зашли, всего этого бы не было. Восточная Пруссия все еще была бы Восточной Пруссией. И, возможно, они бы даже победили в конфликте с Австрией. А теперь мы на их стороне. Ну и цифры складываются в нашу сторону. Другой вопрос, как мне теперь посмотреть, если раньше ты смотришь вот так, какая тут армия? Ладно, наверное, вот так мы можем посмотреть. Кстати, я не знаю, почему я вижу их цифры здесь. По идее, ну так, чисто логически было бы, что я не должен видеть, у меня не должно быть разведки какой-то здесь или что. Но у них технологии те же самые, что у нас примерно. Возможно, они какими-нибудь модификаторами будут получше, не знаю, похуже. Это организация не то. То есть там же есть и другие технологии теперь. В принципе, раньше и было. То есть всякие вот такие вот бафы, которых у меня нет, вот такие бафы. У меня, скорее всего, немножко недоисследовано. Но по качеству самому базовому у нас все одинаково. Так что шансы очень даже хорошие должны быть. У Австрии, я надеюсь, нет, у Австрии пока еще слабенькие. Ладно, война будет на нас. Господи, как же нам выгодно, на самом деле, было бы союзничать с Францией, но все французам не имется, все им хочется заниматься непонятно чем. Из-за этого приходится вообще торговать с американцами. Ну, австрийцы, понятное дело, и давайте шейдов тоже подзаберем. У нас только единственное, не хватает амуниции на нашу новую армию. Я так понимаю, строить пока что я ее тоже не умею. Все верно. Так что придется только закупать. Мне нужен вот этот вот завод, который находится в Техе, который у меня еще нету. Так что да, здесь только импорт. А у французов они уже есть. Что им немножко ситуацию облегчит. Но надеемся на импорт.
Ну и что, мобилизируем нашу армию. Пора. Отправляем большие стаки, конечно же, сюда. А маленькими будем действовать, как мы до этого действовали, небольшими выскками. И вот они, наши армии движутся на запад. Да, этого всего можно было, как говорится, избежать. И флот тоже из Черного моря перебрасываем в Балтийское. И вот она, война с Пруссией начинается. Поехали. Пока что все фронты как будто должны быть удачны для нас. Ну, по крайней мере, те, на которых мы, то есть вот здесь вот. Кто-то, видимо, воюет здесь. Мы успешно переходим тоже в наступление. И здесь сейчас должны начать наступление. Да, французы теперь нас с врагами объявляют, но это их проблема. И да, мы здесь их должны побеждать, хотя, конечно, статуи у них хороши в защите. Этого не отнять. Но у нас есть своя тактика. Мы, как говорится, знаем уже свое дело. Здесь у нас, видите, есть армия, есть флот. Поехали партизанить. И появляется железная дорога, слава богу. Уж очень это было долго. И хочется мне вот это исследовать. На самом деле стоит. На самом деле стоит, но нужно мне, наверное, немножечко подумать про что-то более полезное. Мне очень хотелось бы образованием заняться. И при этом очень хотелось бы еще какие-то техники вроде нитроглицерина исследовать. Я думаю, что все-таки нет, нет. Надо брать военное, надо все-таки самообеспечение, по крайней мере, армии обеспечить 100%. Итак, здесь победили, идем вот этот фронт укреплять. Оп, и сразу стало 64, сразу здесь стало все хорошо, там все вроде неплохо тоже. Здесь пробиваемся, но, господи, как же медленно. С этими ребятами, благо, все будет быстрее. Ну вот здесь, я думаю, все будет тоже отлично. Здесь все еще ничего не нарисовали, но выставка должна быть хороша. И кто-то уже даже капитулирует, как видите. Да, тут какие-то мелкие страны, видимо, в боях сдаются или что. И под нашим натиском мы заставляем их реально капитулировать. Тут какие-то битва морская, смотрите, нас атакуют. И оба чала сделали огромные ошибки, но нас чуть-чуть больше, поэтому побеждаем. В выставке, кстати, все стало немножко не так хорошо. Здесь все-таки был гарнизон некоторый. Ну ладно. И да, опять здесь проблемы. Пытаемся решить. Ну, 32%. Шансы суперские. Если, кстати говоря, проблем нету. В Триполитании все успешно мы захватываем. Как будто они куда-то перебрасывают армию, но непонятно куда. Да, все успешно. Сразу же высаживаемся дальше. Нужно душить до конца французов. И в Пруссии тут жесткие прорывы. Как видите, немцы, прусские именно, они, конечно, их много, но они очень дезорганизованы. И поэтому, разбивая их одним за другими, они постепенно сдаются. Здесь, кстати, да, мы все-таки не высадимся, я полагаю. Стоит, наверное, отсюда отступить. Хотя, ну, да, как будто вряд ли. И у нас теперь новые удаления. Смотрите, первый французский флот починился. Не знаю, зачем нам это дали, но зачем-то дали. Сюда я уже, да, не могу высадиться, потому что мы это взяли. Душим дальше. Да, почему-то я не могу... Типа, я здесь нахожусь, я не могу. То есть, если сделаю вот так, то я уже могу сюда высаживаться, а иначе нет. Я надеюсь, этот прикол они пофиксят. Как и вот этот звук, который не использует настройки, звук и очень громкий. Без проблем, здесь все забираем. Приятным образом. И опять перебрасываем вот так вот, чтобы, ну, все работало. Смотрите, мы даже вот в таких вот боях уже побеждаем. Хотя я вижу с какими-то жуткими потерями, как будто. Но, тем не менее, Пруссия, я думаю, скоро капитулирует. Потому что фронт у нее сыпется просто по всем... Во всех местах. Мы еще сделали выставку в Британии. Тоже успешную вроде как. И да, мы, видите, захватываем стуза Францию. Здесь тоже везде все отлично. Я бы сказал, очень приятная кампания. И мне получилось у нас принять наши законы, к сожалению. Это меня немного расстраивает, но можем пробовать вот это, если бы... Нет, не можем мы такое пробовать пока что, ладно. Давайте тогда займемся какими-то другими законами. К примеру, там, бюрократами. Тоже очень важно было бы это поменять. Потому что пока что это у нас, видите, дает и силу аристократам. И вот этот вот баф мы не имеем, а это очень хороший баф на налогообложение. Смотрите, Пруссия, видимо, сделала выставку в Ломбардии. Здесь, ну, не в Ломбардии, рядом с ней, в Венеции, да. Совсем близко. Забавно, на самом деле, такое видеть. Но, да, они это реально сделали. И она тоже сработала. Видите, Ишка тоже таким пользуется. Выставками такими, но очень так, не уверенно.
И да, Франция была вывезена из войны, заставили мы ее капитулировать. Теперь осталось лишь добить Пруссию. Ой, теперь говорят, давайте поторгуем все-таки. Хотят они с нами помириться. Ну давайте, давайте, попробуем. Мне-то с Францией дружить за милую душу. Это, ну, очень выгодно. У нас очень хорошо по товарам все. Из них можно очень выгодно товары брать, нужные нам, им давать наши. Но все хотят они воспользоваться нашей добротой. Мы дадим им второй шанс. Прусакам нет. У прусаков здесь уже шансы пройдены. Ну и смотрите-ка, минус, плюс бюрократия, минус время, но плюс шансы, либо вот это, да, это самое лучшее. Бюрократию потратим на это, но это плевать. Главное справиться с законами. И вся Прусь оккупирована. Лишь эта выставка еще как-то держится. Они еще не знают о том, что уже Берлин пал, все пало. И да, получаем мы себе дополнительный стейт. Прелесть. Можно, кстати говоря, не доисследовать эту технологию на армию, потому что мы сейчас не будем воевать, а дальше пойти в производство, потому что ну, нам не хватает все еще на самом деле денег. И не хватает на самом деле еще и науки. Тоже было бы не так плохо, но пока есть, наверное, приоритеты поважнее. Уменьшаем автономию Хивы. Я бы давайте улучшал отношения с ними, со всеми. Может, они у меня согласятся включиться в состав, допустим. Такое бывало. Улучшаем также транспортацию и вводим ее побольше. Теперь нам нужны будут сейчас жестко моторы. Да, двигатели точнее. Поэтому, да, начинаем их тоже строить. И у нас говорят, мол, железные дороги процветают. Давайте, да, следующую теху убрать. Все бафы в таких будем брать на теху. И опять ивент неудачный. Берем на плюс шанс. Давайте еще пойдем к Акант заберем. Почему бы нет, кстати. Можно тут еще развиваться и, возможно, потом какой-нибудь Персией тоже заняться. Почему бы нет? Ой, мы, кстати говоря, на принятии уже находимся. То есть есть теперь шанс реально принять этот закон. Это очень сильно нас подбустит по экономике, в первую очередь, а во-вторых, конечно же, по законам. Только надо понимать, что чем хуже вот этим ребятам, тем хуже нашей легитимности. Из-за легитимности мы страдаем. У нас очень много сейчас радикалов. Хотя лоялистов пока много тоже. Они перебивают в основном эти дебафы. И да, нам повезло. Плюс Taxation Capacity, как видите, сразу нам дала неплохо по деньгам. Хоть, конечно, это не от традиционализма уйти. Тут все-таки проблемы есть. Но все равно это очень хороший шаг. И у нас должны были, да, еще потерять влияние дворяне. В целом неплохо уже, 40%. Ну и давайте пока что знаете, что мы сделаем. Вернем, наверное, государству легитимность, пускай немножко у нас поформятся лоялисты. И как Акант мы присоединили, прекрасно, сразу же добавляем его в стейт. Что, давайте займемся, наверное, Персией, в принципе, всем Ближним Востоком, но в следующей уже серии. Так что с вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, тысячи скорбусти, все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.